Депутат Государственной Думы России посетила вынужденных переселенцев в гостинице «Каман Жилбыт». Альфия Кагогина узнала, как сейчас живут приезжие из Мариуполя и как с ними взаимодействуют социальные службы. Так им активно помогают в поиске работы и восстановлении документов. Люди активно откликнулись, 40 человек получили направление. Не по одному направлению, а несколько, то есть на выбор. Будем таким образом работать до последнего, когда не будет потребности у них с трудоустройством. На встрече Альфия Кагогина сообщила мариупольцам хорошую новость. Переселенцы будут получать государственную пенсию. Хочу сказать, что решение принято на федеральном уровне. Пенсии будут выплачиваться из федерального бюджета. Законопроект разработан соответствующий, он будет в ближайшее время принят. Как тебя зовут? Кира, скажи. Так, ну покажи, как ты живешь. Альфия Кагогина не оставила переселенцев из Мариуполя без памятных подарков с символикой челнинского автогиганта. Лилия Гатина, Айдар Мутин, новости Челны ТВ.